Всем ассаламу алейкум, друзья! Добро пожаловать на канал. Кто не подписан, подпишитесь. Ваша подписка поможет развитию канала. Всем спасибо. Тогда начнем. Мы сегодня вместе с вами приготовим шурпа. Это как мазалик, но в Узбекистане готовят и все любят. Для этого, что нам понадобится, вы видите все это перед экраном. У меня вот здесь нут. А также мясо говяжье. Нут у меня 700 грамм. Мясо плюс-минус тоже самое 700 грамм. 4 лук-репчатый, кинза. А также 4 лавровые листа. Позже добавляем черный перец и зиру. Сейчас начнем разделять мясо на 4 части и отправляем мясо в казанчик. У меня нут здесь консервированный нут. Я купил уже в баночках в магазине. Если у вас нету, вы можете купить обычный нут. Возьмите тепленькой воды, туда добавляйте соли и отправляйте нут тоже отдыхать на 4-4,5 часа. После уже вы можете готовить. Отправляем нут в казанчик. Нарезаем лучок. Ну, соломку. Мы сюда отправляем 3 лука сюда. Один нарезаем, оставляем уже потом понадобится сверху немножко зеленушками. Мешаем все это и после уже выйти в дальнейшем. Все сюда. Отлично. Этот нарезаем. Все, эту тарелочку берем. Нашу зеленочку тоже нарезаем. Так, нашу зеленочку сюда. Лавровый лист тоже. И можно немножко добавлять сюда зиру, если есть, конечно. Был у меня где-то здесь зира. Так, у нас нет. А вот зиру. Немножко. Вот так. Зирушку и все. Остальные убираем. Сюда. То же самое одновременно добавляем водичку. Холодную воду. Отлично. А также немножко черного молотого перца. На полную. Отправляем сюда. А также сюда немножко посолим. Так, немножечко. После приготовления уже будем на соль пробовать. И тогда уже доводим до вкуса. Сейчас как только скипит. И на мелком огне 1,5-2 часа. Если есть время, вот 4-4,5 часа, если скипятит, оно будет бомба. Но этого тоже мы будем постараться готовить 4,5 часа. Вот будет это супер вкусно. Так, начал скипать. Немножко уменьшаем газ на маленьком среднем огне. И постепенно собираем вот то, что пену, то, что образовался сверху. Доводим до вкуса. Так, оно уже готово, как вы видите. Немножко проверяем. На соль, на вкус. О. Это бомба, друзья. Настолько вкусно приготовился. Так, отключаем газ. Все.
Если рядом еще запеченный горячий хлеб, был бы вообще супер, был бы супер. Да. Все, наши досочки вставляем сюда. Берем миску, мясо. Во. Смотрите, как он мясо разваливается. Рядышком кладем мясо. Вот таким образом. Мяско-то вкусное. С этим стороночком наш лучок. Всем, друзья, приятного аппетита. Всем приятного аппетита, естественно. Не забывайте, а также подписаться. Ваша подписка поможет нашему каналу в развитии и продвижению канала. Всем спасибо, до скорых встреч и всем приятного аппетита, друзья.